А за ней, ну, поехал нормально все. А за ней танк выскочил, откуда он взялся на мою голову. Вот урод. Просто переехал машину с человеком. Ёб твою мать. Просто переехал человека. Ебать, вот это животное. Машины не было никак по дороге. Он резко повернул меня на мою полосу навстречу. И сразу же удар получился. И он уехал назад. Потом ударил еще раз. Три раза. И то есть хорошо, что хотя бы уехал я сам в машине. Ну, если бы дети были в машине, это ж непонятно, что там было. И ребята проезжали, они какие-то остановились, кинулись до меня. Он тут и поехал. Сдав назад, развернулся и поехал. Ну, ребята, давай вытаскивать меня из машины. Начали там разгинать, хотели МЧС вызвать, а потом решили сами, вот, если не получится, то будем вызывать МЧС. Ну, они потихоньку меня, конечно, вытянули оттуда. Зажата грудь была, сработала подушка, воздушная подушка сработала. Зажало хорошо, конечно. Машину помяло в середине полностью. Ногу зажало, вся нога левая, а то вся левая сторона поломанная. Нога и рука. Ну, все таке. Вызвали вони скорую помощь. Привезли сюди мене. Та, ребята, если ви бачите мене в тій ситуації, спасибо велике вам. Ну, вже як здоровий. Ну, які подальші плани? Вийти отсюда, стати на ноги, подальші плани. Подальші, я думаю, поправлюся трошки, я піду в НКВАЗ, напишу в самооборону. Тому що то зовсім діло треба.